Привет, народ! Ровно год назад я закончил обучение в одном из московских вузов на факультете журналистика. И в дипломном задании мне попалось выполнение социального опроса на тему Дня защитника детей. Во время опроса мне попался один из просто удивительных персонажей, которых вы вряд ли встречали. Эта семейка – это просто что-то. Сейчас я вам покажу, все расскажу, все поведаю. Поехали, поверьте, вам будет интересно. Так, все, камера нормально, освещение хорошо, горизонт там не завален, ничего. Так, начнем сейчас наш обход, короче. Господи. Ведь ходят всякие, тут хер поймешь. Так, ладно, продолжим. Камера не завалена, ничего, да. Мужчина, извините, здравствуйте. Да, можно минуточку вашего внимания? Конечно, можно. Канал Family TV, проводим опрос на тему «Счастливая семья» в преддверии Дня защитника детей. Скажите, каково это быть отцом? Это действительно ответственность. Это прекрасное чувство быть отцом. Иметь ребенок – это прекрасное ощущение. Ничего не придет. Скажите, а как вы подходите к воспитанию вашего ребенка? Показываем ему наши мультики, чтобы не было ничего иностранного, не было ничего насильственного. Чтобы малыш рос хорошим и добрым. Скажите, а часто ли ваш малыш шалит и делает всякие глупости, шалости? Как же без этого? Малыши все шалят, они очень подвижные, активные. Им нужно все время ухаживать, приглядывать за ними, чтобы они никуда не влезли, ничего не творили. Как же без этого? Расскажите, а можно взглянуть на вашего сорванца? Да, конечно. А где ребенок-то? Пойдем, я знаю, где будет. Часто он у вас так убегает? Да случается, малыш-то активный. Я смотрю, он у вас тот еще шалун. А что поделать? Ребятки, молодые детишки, они же зорняки. Опять за свое? Сколько раз тебе говорил, не красил свой кошелек. И где подарок матери? Но, пап. Что но? Я и тебе взял. А он что, вот еще и пьет? Ты кто такой? Сынок, репортер. Ваша семья, это что-то. Я сделаю из этого сенсацию, это будет бомба. Тебе сенсация и бомба, а нам бы. Без проблем, сейчас. Так, а где мой кошелек? Да, горизонт не завален. Все хорошо у нас. Ага, отлично. Извини его. Ну, пойдем. Пойдем. Расскажите самый яркий момент в вашей жизни. Все было опять. Помню, было дело.